Всім привет, дорогі друзі, з вами дядюшка Розе. І це канал по відеоіграм з дядюшкою Розе. Прежде, чому ми почнем, хочу поздоровити всіх з Новим роком. Чому українською? Тому що я українець, і я пишаюсь цим, що я українець. Хоч вони кажуть, що мене не існує, ну я ось вот тут, я буду. З початку двадцятого століття Україна існувала всього три роки. Ви самі зрозумієте, що за 70 років не змогли іскорінити українських націоналістів. Зрозумієте це. Там Голодомор, Друга світова війна. Це ж все було на Україні. Реально не розуміють історії, як воно є насправді, як воно відбувається. Не знаю, що казати. То любе панство, всіх з Новим роком. І щоб ви залишились в цьому році живими і здоровими? Переходимо до навлінням. Перед тем, как мы начнем, хочу сказать сразу, как бы это выпуск несет только развлекательный контент. Никого не хочу обидеть, оскорбить, но я все равно там запикаю, то такое будет очень агрессивный выпуск. Если вам зайдет, я увижу по лайкам, потому что там ивентов кот наплакал, как всегда. То будем сегодня жарить. Мы переходим на форум да, данной игры. Нажимаем вот сюда автор, пишем здесь розе. Поиск. Я тут писал пост один интересный, полторы минуты и ивент заканчивается. Ты не набиваешь очки. Это горная зона конфликта, напоминаю. Горная зона конфликта. Если вам не впадло, то зайдите на форум. Нажмите автор, розе, барт 6 розе, только один такой. На этом свете только один такой на этой планете. И просто пролайкайте вот это и напишите гневный комментарий. Типа админы, пи***. Нет, так не надо там, типа не свое недовольство. Потому что, кто не знает, горная зона конфликта, ее очень хорошо апнули. И я так подозреваю, очень понерфили вот эти статуи. Потому что топы проносят эти статуи до да базы, выносят эти статуи и заканчивается ивент. А вы даже не набираете 10 очков, потому что вы играете с телефона. Или вы там какой-то новичок. Хотя бы ну, сделали, как бы, к примеру, побеждает одна сторона, плюшки, да, там минимальные. Хотя бы, хоть ты не набрал очки какой-то одной из сторон дают плюшки, хоть ты просто участвуешь в них. К примеру того, и там то же самое, там минуту стоишь на базе, тэпает в город и все такое, чтобы не было вот этих свиноферм, чтобы они участвовали тоже там, делали деятельность какую-то. Еще раз говорю, если вы поддерживаете мои мысли, да, которые я вношу в этот пост, ну тут я из-за Гатёнов писал, ну то такое, напишите, пускай может что-то придумает, потому что Сила толпы это очень большая сила. Игра настроена на донат. Но в целом, если брать, игра очень хороша, даже если ты бездонатный игрок, если ты понимаешь фишечки игры, как пользоваться теми или иными рычажками в игре, ты можешь нормально фармить, даже не имея буста. Ну тут всегда кто-то ноет, я не понимаю, почему они ноют. В игре, ну, надо там закрывать коллекции, одеваться, да, чуваки там бегают в красном лов, Шмот... Какой нахер вам нужен контент? Конкретику пишите, ребята. Хватит пустословить, хватит быть обычными ватанами. Просто вам что-то не нравится, вы конкретизируете, что вам не нравится. В этом есть смысл. А не... Ой, контента не завезли, как всегда, что... Что вы хотите видеть от игры? Так, ивенты для топов. Королева муравьев, суцептор ядра, чертовочный дракон, Арфен, Алкут, Наяда, теперь появляются с шансом 100%. Это такой ивентик до 10 января. Также мировые боссы, кто не знает, на карте есть такие боссы, которых... Могут фармить все. Если вы отключите Масухи, Васаки, Искривленный Крума, Рейла и Кастур. Вот такой последовательности они появляются. Сначала утром Васаки, Искривленный Крума, вечером Рейла и Кастур. Утренние РБ появляются во время Олимпа, а вечерние за час до Олимпа, ну за 50 минут. С них даются классные сундучки, которые дают Орденославы, Реликвию и антикварную вещи, если я не ошибаюсь. Также во время ивента будут давать сундучок, в котором будет реликвия энергии, зелье развития, очень хорошо, ордена, знаки поручения, по чуть-чуть дам, и кристаллы души 6 или 11 раз. Надо ходить. Так, статуя в городах, точность плюс 1, снижение плюс 1, шанс двойного урона плюс 1 на 4 часа, статуя в городах. Дальше у нас. Также писемка, ну наконец-то, наконец-то. Также админы, уеб блядь, сука, слышите? блядь, Конь, сука, блять, Твари. Мне расходка нахер, по сути, не нужна, да. Энергию я забираю, а этот сундук я б удалял. Я не хочу его раскрывать, и каждую расходочку, вот из четырех, сколько там, пять расходок мне надо удалить. Нахера оно мне надо? Также сундук с энергией, вот, если б не вот это, я был бы золота. Так я добр. Реликвия энергии. Переходим конечно, быстро прошел вот этот бонус. Я покупал. Очень хороший бонус, потому что тут лям орденом мне выпал с него. Рунки. Ну, такое, конечно. Тут перед финальной награда две героических карты. Но ну, может легендарная дробнуться. 10к очков пробуждения. Очень вкусненько. Если не взяли, еще до 24 числа будет эта помощь за алмазики. Советую. Также добавляется ежедневная помощь до 17 числа. Видим ордена. Приветствую. Карты класса. Блеска. Круто. Кошачья банда. 11 раз. Ключ победы. Для крафта дам. энергии. Знаки. Финальная награда. Кошачья банда. 11 раз. От улучшенной до героический. Очень вкусненькая ежедневная помощь. Переходим в донат магазин. Вот такие паки. Если мы все скупаем. Мы получаем Карты на выбор или агатиона или на класс. И третий этап за 500 алмазов. Любую фиолетовую душу. Получается. Да, любую фиолетовую душу за 500 алмазов. Очень неплохо. Если вы скупаете паки, это очень вкусно. Теперь в самих паках редкий легендарный 6 раз. Улучшенные легендарные 4 карты по 11 раз. Редкие легендарные кристаллы души. Ордена. Знаки поручения. 200 кардинов, великие энергии, адена. Почему бы и нет? В сундучках у нас шквал Сахи, за который можно создать вот такие вот интересные свитки. Можно попытать удачу создать книги наследника в определенное время. Упачки. <твука. с2> <с2> Не остался вот этот щит мудреца. Шанс 15% с добавлением камушка. Две попыточки скрафтить, и мы покупаем 4 пака. Идем дальше. Квал Сахи, стопроцентный шанс, редкий легендарный. Шанс 5%, случайный легендарный класс. Так и остается, Даже дофигища Еще сквала и шанс успеха. Очень как бы такое. Даже не буду смотреть. Сколько? Подожди, нифига себе. А, это один раз. Думаю, вот, ну, очень жирно, если по 11 было. 240. Это очень жирно. И редкий героический. Не, такое другое. Дух с орденами, да? стопроцентный шанс. Ежедневный сброс. 100к может выпасть. Ни хрена себе. 84. Это кто в ПВП участвует. Ежедневный сброс. Всего по 12 сайхи. Ну, прикольно. Терпела битвы сайха. Дыхание сайхи. Вот ради пера, да? Покупать можно. Я надеюсь, оно ж, ну, привязанное. Можно копить там. Вкусненько. Очень вкусненько. Карты класса богини. 100% шанс. Высшего качества. Два штучки. Знак обмена редкой карты. Очень интересно. Напишите, что это такое. Я не знаю. Да, интересные сундучки. Сверкающие сундук удачи с орденами. Можете получить выбранные предметы из списка ордена, знаки, кристаллы. С вами был дядюшка Розе. Всем до новых встреч. Если тебе нравится мой контент, всегда подобайся. Люби мои.